Всем привет! Сегодня я скажу топ-5 аниме, очень известных, кстати, с ужасными продолжениями. На самом деле есть много сериалов с плохими сезонами, говнистыми эпизодами, некоторые из которых в настоящее время продолжаются, и фанаты ждут большего количества контента. Однако другие закончили так неудачно, что их наследие навсегда запятнано ошибками узкоглазых японцев. Меланхолия Харухи Судзуми. Не обращая внимания на довольно хороший принятый фильм «Исчезновение Харухи Судзуми», второй сезон получил негативные отзывы, в основном положил конец ажиотажу в отношении этого сериала. А в нулевых Харухи занимал первое место в рейтинге «Самый популярный сериал». Все, что потребовалось, это 8 эпизодов. Это рассказ, который вошел в состав одного из легких романов и растянул его на 8 почти идентичных эпизодов. Все это, конечно, может сказываться из-за бюджета. Темнее черного. Второй сезон считается одним из худших. Он игнорирует практически все оборванные нити, оставленные первым сезоном. В новом сезоне Хэй неуклюже переписан в какого-то алкаша. Позже Ова объяснил это внезапное изменение личности. Но многие фанаты это даже не приняли. Нет, ладно, еще ГГ превратился в алкаша, так еще и финал слили. Боец Сома. Пятый сезон завершил давнее аниме о кулинарии, только чтобы оставить фанатов невероятно разочарованными. Пятый сезон добавил очень мало, повторяя те же образы из предыдущих сезонов, но с наименьшим эмоциональным резонансом. Для того, чтобы финал получился более ярким и затягивающим, японцы добавили несколько новых персонажей, однако на их развитие уходит так много времени, что остается мало места, чтобы закрыть главных героев. Все это приводит к финалу, который кажется более слабым, чем предыдущие сезоны. Драконий жемчуг ГТ. Драконий жемчуг ГТ – это странная аномалия с точки зрения последних сезонов аниме, хотя Dragon Ball Super спас вселенную Драконьего жемчуга. Долгое время ГТ существовал как заключительный акт в эпической саге Гоку. В результате ГТ получился не очень, по сравнению даже с эпическим финалом саги Маджина Бу. Множество фанатов не стерпело это. Это было обречено с самого начала. Гоку превратился в ребенка, комедия не состоялась, а сериал не нашел своего зрителя. Неоспоримо, «Драконий жемчуг ГТ» является худшим сезоном во вселенной «Драконий жемчуг». Хотя многие фанаты хвалят последний эпизод сериала, но что это стоит? С другой стороны, история ужасно скучная. Хотя в «Драконьем жемчуге» и ГТ есть неплохие моменты, которые все-таки не спасли этот сезон. Токийский гуль второй сезон. Второй сезон хоть и не последняя часть истории токийского гуля, но изменение манги и аниме настолько испортило впечатление мангоёбов, что создатели схватились за голову. Так и появился токийский гуль перерождение, что фактически убил эту историю. Конечно, у токийского гуля были все шансы восстановиться и оставить негатив фанатов в прошлое. Но у них это не получилось. Мангоёбы получили то, что они хотели, они увидели полностью идентичную историю, как с манги, но те, кто любил аниме, это не понравилось. Ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, еще услышимся, пока-пока.